Всем привет, это канал Тимон, и я продолжаю играть в лотерею, испытывать удачу, подыскивать различные варианты. Кто-то мне в комментариях написал, что попробовать сыграть в MSL, я до этого играл в Патриот. Не знаю, это более крупный бренд, я купил самую их недорогую 5 гривен, счастливую семерочку. Здесь вон 3, 4, 5, 6, 7 игр и 2 счастливых номера. Думаю, что-то может быть повезет. Ну, в этот раз я опять решил попробовать свой любимый Аладдинчик. Почему? Потому что у него довольно высокий шанс. Дело в том, что у него, во-первых, очень много выигрышных билетов, почти под 1 920 000, там, с копейками. И общий бюджет, там, почти под 4 миллиона. Пятерочек и десяточек здесь от пятерочек 160 тысяч выигрышных и десяточек 50. В принципе, моя краина Украина, она еще в фартове, еще лучше по выигрышу. Но она дороже на 5 гривен, и поэтому шансов больше. Если, к примеру, взять те же десяточек, здесь 50 тысяч, а в моей Украине около 64 тысяч, ну 64 тысячи. Но я здесь могу купить 2 таких билета на это по цене, а здесь один. И, грубо говоря, мои шансы возрастают из 50 до 100 тысяч. То есть разница, да? Поэтому я, наверное, если вам интересно, если вы поддержите меня там пальцами вверх к этому видео, я, наверное, куплю большой закуп и попробую блиц из 10 ладинов, посмотреть, насколько ли влияет. Я, может, даже куплю патронтажами, чтобы не было разнобой, как кто-то писал там в комментариях. Ну что, начнем? Ну, наверное, как всегда, с дешевенькой все-таки, с MyLotto. До сих пор, в принципе, больше гривны я ничего не выигрываю. Ну, посмотрим, что в этот раз будет. Ну что, ребята, Опа! Как только я завел речь о том, что больше гривны не выигрывал, я выиграл сразу 2. И давайте Аладдин. Ну что, потрем лампу. Ёпарасоте, что я вам говорил? Выиграно. То есть шанс довольно высок. Ну честно, вот не знаю, даже вот стирать. Самый минимальный 3 гривни, которых просто не верено, их почти под миллион, ну вот он сразу отбился. Грубо говоря, с MyLotto отыграл гривну и отбил Аладдин. А теперь моя краина Украина. Кто помнит предыдущий выпуск, вот я даже подготовил, вот тут новый дизайн. По-моему, это новый дизайн, потому что вот это вот вроде бы старый. Ну, как видите, у меня уже другие цветочки, то есть я выбрал с другой партии. И посмотрим. Опа, 40. 40? Я даже не знаю. Смотрите. 500. Я специально накалял ситуацию даже для себя. Ну, мало ли что, ну джекпот, ну... Ради этого всего снимается, ради джекпота. Эх, не отыграла. Но зато теперь новая лотерейка, новый бренд MSL. И давайте ее испытывать, давайте. В последнее время что-то не везет, но вот как видите, уже 2 билета отыграла. Вот они, счастливые числа, 9 и 28. Начну сверху, наверное, отыгрывать. 38, 31. Ну и сразу, наверное, я призы. Так, 23, 20, 10. Дальше все больше шансов. 35, 06, 04, 25. Где же девяточка и 28? Ну где же она? По-любому она должна быть. Так. Девяточка, приди. Девяточка. Ай-яй-яй. Не знаю. 2 билета отыграла. В принципе, хоть как-то поперла. Ну вот большой билет. Ни девятки, ни 28. Ну не знаю. Вот. Не будем унывать, все-таки снимается видео ради того, чтобы выиграть, и мы обязательно выиграем, поэтому ставьте пальцы, я попробую поменять новый закуп, какую-то другую методику придумать, и обязательно выиграю. Все, всем пока!